Пчелки, пчелки, пчелки прилетали. Всем привет! Хочу показать вам результаты закольцовывания огурца. Стоит ли опускать плеть? А то меня спрашивают, что происходит. Вот хотела вам показать вот огурец, который самый первый я опустила. Вот видите, видно даже, как у него насыпан ком земли. Он там уже дал дополнительные корни. Посмотрите, сколько добавилось здесь, пошло пасынков, побегов. Вот они все идут. Великолепно он цветет. Я его уже не формирую. Вот так вот оставляю, как есть. Вот так сделала, еще дополнительные ему веревки подвязала, чтобы он по земле не стелился. Уже собирала с него урожай. И продолжается все в том же духе. То есть, делаю вывод. Стоит опускать плети, чтобы продлить плодоношение. Я опускала не один огурец. Вот еще парочку. Вот тоже. И тоже посмотрите на нем. Опять и цветы. Очень много дал побегов. Прям снизу даже можно посмотреть. То есть действительно очень хороший способ. Вот тоже вот этот тут у меня изумрудный поток. Я его очень люблю, поэтому хотелось продлить немножечко его плодоношение. Тоже вот есть уже вон там. И там завязи уже пару огурцов сняла. Вот пошли завязи. Причем сейчас женских цветов стало на нем появляться гораздо больше, чем мужских, как было изначально. Вот после закольцовывания именно. Не знаю, с чем это связано. Видно из-за того, что корневая система стала мощнее. А вот у меня огурец, который я уже в середине сезона просто воткнула в землю здесь. Для того, чтобы еще дополнительно у меня осенью был огурчик. Тоже я его не формирую, оставляю таким, какой он есть. И прекрасно он. Много огурчиков на нем уже тоже вот и срывала, и все. Так что с огурцами мы будем до самых заморозков, чему я несказанно рада. Ну, наверное, все. Это был маленький ролик, просто показать вам, что происходит у меня в теплице с огурцами. Всем пока, увидимся!